Начал работу комитет согласования кандидатур на должности мирового судьи и представителя общественности в квалификационную коллегию судей Брянской области. Окончательное решение об их назначении будет принято на заседании Брянской областной думы. Далее депутаты во втором и последнем чтениях поддержали законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области. Не остались без редактирования еще несколько областных нормативных актов. Об архивном деле в Брянской области и об уполномоченном по правам человека в Брянской области. Кроме того, депутаты в ходе заседания поддержали решение о подтверждении полномочий нового депутата Брянской областной думы. Напомним, что на прошлом заседании регионального законодательного собрания депутат Павел Адасиков досрочно сложил свои полномочия. Согласно закону, его место займет Владимир Ревенко, который уже имеет опыт парламентской работы в Думе 4-го созыва. В конце заседания законодатели подвели итоги работы комитета за прошлый год, утвердили план работы на следующий месяц, рассмотрели законодательные инициативы, поступившие из других регионов. Татьяна Глазова, Евгений Седачев. События. Брянск.